дополнительные программы, бесшумная работа. Блин. Дополнительные программы, миниатюрная головка. Я попутал текст. Ничего страшного. Пау, пау, пау. Пау. Всем привет! Сегодня я расскажу вам о E-Connect S, беспроводном, бесщеточном эндомоторе от китайского производителя AT. Он используется для препарирования и расширения корневых каналов, а также имеет функцию апекс-локатора. И перед тем, как я расскажу об уникальных особенностях эндомотора, давайте посмотрим, какая у него комплектация и как подготовить E-Connect S к работе. Итак, что же идет с эндомотором внутри? Зарядная станция также используется и как подставка. Микромоторный наконечник, миниатюрная головка, чехол, два держателя файлов, два загубника, измерительный кабель, адаптер, тестер и переходник для смазки. Чтобы включить устройство, нажмите и удерживайте кнопку включения чуть менее 1 секунды. Чтобы изменить рабочий режим, нажмите один раз кнопку S в режиме ожидания. Нажмите стрелочку влево или стрелочку вправо для изменения настроек. Затем нажмите кнопку включения или подождите 5 секунд, чтобы подтвердить настройки. Всего в эндомотор встроено 11 программ памяти. Также есть большое количество предустановленных режимов для самых популярных систем никель-титановых машинных файлов. Чтобы начать работу, выберите нужный файл, вставьте его в головку, прокручивая до щелчка. В E-Connect S можно изменить скорость вращения файлов от 120 до 1000 оборотов в минуту. Также у эндомотора есть несколько полезных функций – автостарт и автостоп. Файл сам начинает вращаться при помещении в корневой канал и останавливается при извлечении. Apical Reverse – после достижения предустановленного вами значения торка, мотор останавливается и на время запускается реципрокальное вращение для улучшения эффективности расширения корневого канала. Apical Slowdown – при достижении файлом апикальной области скорость вращения мотора замедляется, чтобы избежать сепарации файла. В дополнительных настройках можно изменить время автовыключения, время автоматического возврата, громкость сигналов, память запуска, провести калибровку и выбрать положение экрана. Дисплей удобен как для левшей, так и для правшей, так называемый ambidextrous display. Для того, чтобы использовать E-Connect S как апекс-локатор, необходимо подключить измерительный провод к аппарату, а загубник к измерительному проводу и включить аппарат. Выбрать нужную программу от M1 до M10 и нажать кнопку Start. Эта же кнопка используется для того, чтобы остановить программу. Для проверки работы аппарата можно приложить файл к загубнику. Чтобы воспользоваться функцией апекс-локатора, нужно выбрать программу M0 и подключить зажим файла к измерительному проводу. Большое преимущество E-Connect S – это миниатюрная головка. Она обеспечивает улучшенный обзор рабочего поля и облегчает доступ к дистальному отделу. Головку можно поворачивать на 340 градусов, не снимая с микромотора. Аккумулятор у эндомотора увеличенной мощности 1500 мАч, что позволяет достичь большего времени автономной работы. Регулируемый угол реципрокного вращения от 30 до 370 градусов. Эта опция дает возможность настроить точный угол поворота и тем самым снизить риск поломки инструмента. Важно! Запрещается использовать функцию апекс-локатора, если у пациента установлены медицинские импланты, например, кардиостимуляторы, кохлеарные импланты и тому подобное. Не используйте устройство для имплантации и других неэндодонтических стоматологических процедур. Итак, E-Connect S собрал в себе все самое новое техническое оснащение, которое улучшает работу эндодонтистам. Дополнительные программы, бесшумная работа, миниатюрная головка, эргономичная ручка и изящный дизайн. На наш взгляд, данная модель – это хорошая альтернатива европейским эндомоторам, как по характеристикам, так и по соотношению цены и качества. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на наш YouTube канал, на наш Telegram, там мы публикуем новости, полезные ссылки и эксклюзивные предложения. До новых встреч!